В театре «Жастар» состоялось вручение премии «Золотая кулиса», посвященное празднованию Дня театра. Ежегодно данное событие объединяет все столичные театры, дабы продемонстрировать свои лучшие достижения за год. За праздничную программу отвечал Государственный академический русский театр драмы имени Горького. Потому мероприятие проходило в стиле «Ред Карпет» с красной дорожкой оскаровского стиля, с живыми стендами и музыкой, легендарным Элвисом, с пузырьками игристого и установкой «Bullet Time». Заветные статуэтки получили 5 столичных театров. В этот вечер на профессиональной сцене главными героями были не только служители Мельпомены, но и закулисный командный состав. Это режиссеры-постановщики, продюсеры, звукоинженеры и те, с кем высокое театральное искусство Казахстана сегодня выходит на новый современный уровень. Ведущий солист театра «Астана-Опера», заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев был удостоен награды. Он стал кавалером ордена «Звезды Италии» за укрепление культурных связей между Италией и пропаганду итальянского языка. Это высшая итальянская награда для иностранцев. Ей больше полувека. И за это время певец стал первым казахстанцем, удостоенным степени командора. Я часто выступаю за границей. Пел много раз в Италии. Участвовал на конкурсах и ездил, пел спектакли, как Люиза Миллер. Я участвовал на конкурсе «Верди», «Голоса Верди». Это знак того, что знак дружбы Италии и Казахстан, знак совместной работы. Артист успешно исполняет главные партии на лучших мировых сценах. Бразилия, Франция, Финляндия, Румыния. Совсем недавно солист вернулся из Братиславы, где блестяще исполнил партию Альфреда в опере «Травиата» Джузеппе Верди на сцене Словацкого национального театра. С Италией Медета Чотабаева связывает многое. Обучение в Академии имени Ренаты Тибальды и Марио дель Монако. Здесь он стал дипломантом международного конкурса имени Беньямина Джильи. Сегодня на вручении этой награды я был очень впечатлен, как Медета Чотабаева поддержал коллектив, вместе с ним исполнив дуэт «Застойное». Эта награда – настоящее признание, ее не часто вручают. Верю, что этого артиста ждет большой успех. Стоит отметить, что орден «Звезды Италии» присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами. Первому игроку приготовиться. Это научно-фантастический приключенческий экшен от режиссера Стивена Спилберга, сюжет которого основан на одноименном бестселлере Эрнеста Клайна. Главная роль в картине досталась молодому актеру Таю Шеридану, известному по участию в блокбастере «Люди Икс. Апокалипсис». Действие фильма происходит в 2045 году. Мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре «Оазис» — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель — гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидей, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое пасхальное яйцо, которое миллиардер спрятал где-то на просторах Оазиса. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную погоню за сокровищами. Это творение гения Джеймса Холлидея. Привет. Если вы это смотрите, значит, я мертв. Я создал секретный объект, пасхалку. Кто первым найдет, получит $500 000 000,000 и полный контроль над Оазисом. Живой звук в исполнении Большого симфонического оркестра и смешанного хора под видеоряд из лучших моментов кинотрилогии «Властелин колец» и сериала «Игра престолов» – это шоу, которое нужно увидеть и оценить. Столичная публика может стать свидетелем этого удивительного и глубокого мира музыки на концерте симфонического оркестра 30 марта. Литературной основой этого балета послужила одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина, написанная на основе древней легенды о Бахчисарайском фонтане, иначе называемом «Фонтаном слез». Есть данные, что двухактный балет с названием «Бахчисарайский фонтан» существовал уже в середине XIX века. Сегодня это удивительная и красочная постановка, которая строится на смешении и противопоставлении эстетики западного и восточного танца. Этим и раньше подчеркивалась разность двух миров. Приходите 31 марта.
марта в театр «Астана Опера», чтобы снова открыть для себя золотую классику «Бахчисарайский фонтан». «31 марта в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится концерт, посвященный юбилею Казахского национального университета искусств из серии «Айман Мусахаджаева представляет». Народная артистка Республики Казахстан Айман Мусахаджаева исполнит первый скрипичный концерт Сергея Прокофьева. На сцене также выступит прославленный коллектив Государственного оркестра «Академия солистов». Национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан» в этом году пройдет в 21 раз. Впервые конкурс проводится весной в дни празднования Наурыз-Мейрамы. В конкурсе ожидается участие 30 девушек из различных регионов страны. Также в этом году в нем принимают участие победительницы Инстаграм-кастинга. Все вырученные средства от продажи билетов на национальный финал «Мисс Казахстан-2018» пойдут на благотворительные мероприятия. Победительница «Мисс Казахстан» получит денежный приз, традиционное приданое, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и, конечно, право представлять республику на одном из самых престижных конкурсов «Мисс Мира-2018». Смотрите афишу на телеканале «Атамикен Бизнес Ченнел». Искусство должно прививать хороший вкус.